Теремок ТВ. Условный знак я узнал случайно. Нужно пальцы сделать так. Только это тайна. Они передают вам свой пламенный привет. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. Трамвай. Влево бери. Правее. Да, левее. Пригнись. Есть. Ой. Коллега, привет. Здравствуйте, Гений Евгеньевич. Как дела? Как трамвай? Какой трамвай? Который ты обещал проверить. Я? Да, все в порядке. Отлично! Буду в музее через 10 минут. Покажешь! Пообещал и не проверил, да? Забыл. Что ж я показывать буду? Да у нас же еще 10 минут! Да за это время можно сдержать 10 обещаний! Обещал, сделал. А настоящий трамвай тоже от батареек работает. Чтобы двигаться, трамваю нужен электрический ток, который бежит по двум проводам. Один висит над дорогой. Трамвай присоединяет к нему специальное устройство, пантограф, и получает электроэнергию. А второй провод – это сами рельсы. По ним трамвай едет. Свернуть с пути и поехать по обычной дороге он не может. Зато не загрязняет воздух выхлопами. И кататься на нем так весело! Цел? Все в порядке! Да, батарейка села. Она-то не знала, что все в порядке. Где же я другую возьму? Легко! У меня есть план. Надо купить новую батарейку. За 10 минут? Гениально! Уже не 10, а 5! Может, батарейку самим сделать? Из чего? Из воздуха? Из воздуха не получится. А вот из лимона, да. Сделать лимонную батарейку можно и дома. Попросите у родителей медную проволоку и стальную скрепку. Воткните их в лимон. Кислота из лимона подействует на металлы, и на них появятся заряженные электрические частицы. С одной стороны отрицательные, с другой положительные. Вот вам и батарейка. Здесь плюс, а там минус. Теперь подключим провода, и по ним потечет электрический ток. Правда, не очень сильный. Чтобы сделать батарейку помощнее, придется взять несколько лимонов и соединить их между собой. А если лимонов не хватило, подойдут яблоки, апельсины или даже картошка. И как мы заберем лимон у сторожа? У меня есть гениальный план. Ну-ну, еще один. Ждем. Надо поставить в динозавра мотор, приделать крылья и запустить летать по музею. Сторож будет его ловить, а Тим Тимыч в это время... Стой!
Может, просто попросить? Ну, как хотите. Ладно тебе, классный был план. Может, еще пригодится. Ты-дыщ! Теперь точно пообещал и сделал. Ага, только слово дал ты, а сделали мы. Да он так больше не будет. Обещаешь, Дим Димыч? Не. А вдруг я не смогу выполнить обещание? Но я постараюсь. Музей. Ага, классно Бася с путешествием придумала. У них каждый день все новенькое. Эх, вот бы и нам тоже. Ой, что это? Дорогие люди, особенно дети, я, профессор Чудаков, открываю новый музей. Какой музей? Новик, профессор уже 100 раз рассказывал, а ты опять все пропустил. Да я помню, а вот зачем музей нужен? Забыл. В Древней Греции люди украшали здания рисунками, статуями, мозаиками в честь муз, богинь искусства и науки. Отсюда и название «Дом муз» или «Музей». Сегодня музеи есть по всему миру. В них можно увидеть картины и скульптуры или узнать про космос, атомы, тело человека, природу, историю. А в некоторых музеях можно не только смотреть, но и все трогать, везде прыгать и лазить. Особенно дети. Новый музей. Смотри! Один из вас может стать моим помощником. Приходите, я выберу самого достойного. Ого, надо Дим Димычу сказать. Почему не Кате? Она ответственная. А Дим Димыч быстрее сюда прибежит. Еще посмотрим. Бежим! Куда? К Чудакову, он ищет помощника. В свой музей. Ага. Только одного берут! Самого достойного! Ну! Мам! Мам! Фух, успели! Катя, и ты здесь? Конечно! Ага. Она будет помощником в музее! Профессор Дим Димыча возьмет. Катя первая прибежала. А Дим Димыч даже игру бросил. А Катя пианино. О, кто это у нас тут? Помощник, вы же искали. Ха, наконец-то. Работы будет очень много. Для начала прочти про все экспонаты. Потом у нас генеральная уборка. Катя лучше справится. Она ответственная. А Дим Димыч быстро учится. Да-да, он способный. А еще мы будем собирать скелет динозавра, тестировать роботов, мерить скафандры и... Я готова. И я. Катю берите. Лучше Дим Димыча. Катю. А может, мы сами разберемся? Да, меня возьмите. Нет, меня. Коллеги, я уже все решил. Даже в самом маленьком музее работает много людей.
Например, хранители. Они собирают и берегут экспонаты. Так называются предметы, которые ставят в музейные залы. Эксперты проверяют, точно ли эта картина, осколок метеорита или древние доспехи не подделка. Реставраторы возвращают экспонатам прежний вид. Инженеры поддерживают в помещении нужную температуру и влажность. Экскурсоводы обо всем рассказывают. Смотрители следят, чтобы никто не хулиганил. А еще есть охранники, кассиры, уборщики. Все эти люди чем-то похожи на фиксиков. Незаметные, но без них музею не обойтись. Итак, я беру в помощники Катю и Дим Димыча. Есть! Трись! Я так рад, друзья! Представляете, я уже месяц жду, а пришли только вы. Неужели другим не интересно? Просто ваше объявление висит внутри лаборатории. Его никто не видел, кроме нас. Кристалл! Евгений Евгеньевич, открывайте скорее! Терпение, друзья! Вот он! Первый экспонат для нашего музея! Какая красота! А что это? Кристалл! Редчайший! Какой цвет, какой размер! Класс! А ну-ка! Нолик! Кристалл даже трогать нельзя, тем более на нем качаться. Фух, я на склад. А экспонат не трогать. Подумаешь, он что, стеклянный? Нет, но кристаллы нужно беречь. Что общего у крупинки соли, графита, льда и алмаза? Это кристаллы. Как и все вокруг, они состоят из крохотных частиц, атомов. Внутри кристаллов атомы расположены в строгом порядке и образуют особый рисунок – решетку. Кристаллы есть повсюду – и на Земле, и в космосе, даже в организме человека. Их используют, чтобы создавать часы, инструменты, лазеры и, главное, компьютеры. Нолик, ты идешь? Я догоню, еще чуточку полюбуюсь. Только без рук. Чудакову выиграть состязание с Эрикой и ее помощниками, роботами-хработами. Вот это было приключение! Когда Мега уехала домой, мы все время переписывались. Я скучал по ней, чуть-чуть. И очень рад, что она снова тут. А еще у Меги есть старший брат. Вот бы познакомиться. Но больше всех об этом мечтает Верта. Что ты тут делаешь? Помогать вам приехала. Музей посмотреть, себя показать. Нолик! А Симка с Вертой знают? Нет. Сейчас мы их удивим!
к кристаллу подбираешься, да? Смотрите! Нолик, нет! Та-дам! Ой! Та-дам! Мега, что ты здесь делаешь? Будешь работать в музее? Кристаллом? Да нет, фиксиком, как все. Здорово, вот профессор удивится. А давайте его разыграем. Идет! Быстрее, прячься! Гений Евгеньевич, скорее! Что такое? Кристалл? Мой экспонат! Мы его уронили, сломали, потеряли! Все пропало! Кристалл разбит, мое сердце тоже! Полный крах проекта! Никакого музея не будет! Мега, придется тебе ехать домой! Так вы знали про Мегу? Ну и кто кого разыграл? Профессор подобрал кристалл в точности под мою прическу. Мега! Я же в нем приехала! Экспонаты неприкосновенны! Мало ли кто на чем приехал! Нельзя просто так взять и потрогать кристалл! Даже если ты был его частью! Контакт. У мамы сейчас прямой эфир. Ого! И меня покажут. Дети, я в ремонт. 10 минут до эфира, а в наушниках звук пропал. И почему техника сама не чинится? О, может, я посмотрю? А ты разбираешься? Найти неполадку, выяснить причину, исправить. 100 тысяч, ты дышь, и все работает. Ладно, можно и без ты дыщей. А инструменты там? Готово. А где поломка была? Что говорить-то? Скажи, контакты засорились. Ага. Пожалуйста. Знаете такое выражение? Есть контакт. Когда вилку прибора вставляет в розетку или штекер наушников в разъем телефона, их зажимает между пластинами. Место, где они соприкасаются, называется контактом. Контакт установлен, ток бежит по проводам, и техника работает как надо. Но если между двумя деталями попадет мусор или образуется ржавчина, ток не потечет, и контакта не будет. Раз-раз. Меня слышно? Лучше, чем раньше. Дим Димыч, ты меня спас. Пустяки. Контакт всего лишь почистил. Тут-то что не так? Дайте-ка посмотрю. Угу. Сейчас сделаю. Тоже контакт? Ха! Да я мастер! Скорее, хвостун! Я для всех стараюсь! Или хочешь, чтобы эфир сорвался? Спасибо, фиксики! Катя, и ты молчала? У Дим Димыча золотые руки! Это еще что? Я дома все перечинил! Ноутбук, посудомойку, помогатор. Помогатор. Что за день такой? Не работает? Дим Димыч разберется. Но электрические приборы детям не игрушка. Так он с выключенным справится. Я при вас не могу. Я стесняюсь. Ладно, у нас 5 минут. Без меня не включайте. Ты что наделала? Зови теперь фиксиков. Что на этот раз? О,
вы вовремя! Почините! Не-а, ты мастер, ты чини! Я же не умею! А ты скажи 100 000 тыдыщ, и все само починится. Ну помогите, пожалуйста, я не буду хвастаться. Ладно, поставь крышку ровно. Ну вот, теперь есть контакт. И все? Во многих умных приборах есть защита от детей и рассеянных взрослых. Холодильник пищит, если дверца закрыта неплотно. Стиральные машины, чайники, утюги сами отключаются, когда работа закончена. Соковыжималка, мультиварка или кухонный комбайн просто не будут работать с плохо закрытой крышкой. Да что там! Современные автомобили умеют тормозить в случае опасности. Очень удобно, правда? Но целиком надеяться на технику все-таки не стоит. Да и фиксики иногда могут запоздать с помощью. Поэтому, пожалуйста, не оставляйте приборы надолго без присмотра и берегите их от поломок. Всем пока! До встречи! Дим Димыч, огромное спасибо! Ты очень помог! Да это не совсем я! А кто же? Ему опытные мастера подсказали. А, вот оно что. Ой, а дашь их контакты? Мне бы пылесос посмотреть. Пошли! Нам еще пылесос чинить. Наушники. Привет, Дим Димыч! Пока! Ты мне больше не друг. Что? Ну, почему? А, Нолик, привет. Ты сказал, что я тебе не друг. Это я Ваське. Обещал мне на диктанте помочь. Слова в наушник подсказывать. А сам идет в футбол играть. Симке покажу. Вот она удивится. Ты что, наушники никогда не видел? Конечно, видел. Может, тогда посоветуешь что-нибудь? Ну, скажи, что писать разучился. Ой. Люди научились писать очень давно. Одними из первых были шумеры. Они выдавливали на глиняных дощечках знаки, похожие на галочки или клинья. Отсюда и название «клинопись». И как понять, что хотел сказать автор? Ученым пришлось поломать голову. А в древнем Китае и Египте придумали иероглифы, где символ обозначал целое слово. Сегодня их тоже используют. Ну и, конечно, куда без алфавита? Один знак – это одна буква. Из них складывают слова. Алфавитов в мире несколько десятков, а языков больше 7000. Хотя мне кажется, что люди сейчас чаще печатают не буквы, а смайлики. Что же делать? Диктант через час. Ну, я домой. Слушай, а давай ты мне подиктуешь? Я... Автобус? Не так, в наушники диктуй. Внутрь залезть? Да просто позвони. Только отойди подальше, в телевизор. Связь проверим. Ладно. Готов? Да. Так, аккумулятор, барабан, педаль. Эй, стой. Помедленнее. Пожалуйста. Что пожалуйста? Слово диктуй. Я и диктую, пожалуйста. А слово-то какое? Пожалуйста. А, о или а? Где? Давай другое. Друг. Друг? Друг. В. Ты можешь диктовать четко и громко? Экскаватор. Не кричи, тебя услышат. Сам сказал громко. Экскаватор. Эскалатор? Вата. Какая вата? Эскалатор был. Не эскалатор, а экскаватор!
Алло, алло! А ты чего отключился? Все равно ничего не разобрать. Конечно! У тебя же наушники сломаны! А вот и нет! Это ты диктовать не умеешь! А я говорю, сломаны! Сейчас исправлю! Вот Дим Димыч смешной! Как наушники без проводов работать-то будут? Держи! Теперь все услышишь! Ты что наделал? Они же беспроводные! Какие? Беспроводные наушники подключаются к устройству с помощью Bluetooth. Это вот такой значок. Нажимаем, гаджеты посылают радиоволны и так узнают друг друга. Есть контакт! Включаем музыку на смартфоне или планшете и звук через динамик слышим в наушниках. После использования их заряжают в футляре, который работает как батарейка. А если наушники большие, то просто от розетки. Класс! Спасибо тебе, друг! Я хотел как лучше. Учитель заболел? Диктант перенесли! Ура! Ура! Ученю-ученю! А ты зато все выучить успеешь! Ага, времени полно! Алло, Васька? Еще играете? Я к вам! А? К диктанту готовишься? Я? Я тоже! Ты дышишь?